Шествие Дедов Мороза в Щелковском районе проходит ежегодно по традиции в конце декабря. И каждый раз это яркое шоу. Не исключением стал уходящий 2018-й. Масштабный парад поистине уникален. Больше нигде в Московской области подобного не проходит. Этого праздника с нетерпением ждут все. И вот по улицам города шагают 130 волшебников. В сказочное путешествие по улице Парковой они отправляются вместе с ребятами и их родителями, где работают различные интерактивные площадки, фотозоны. Повсюду слышен детский смех, новогодние мелодии. Но как здесь не поверить в сказку? Праздничные инсталляции, новогодние огни – все на улице города говорит о том, что праздник близко, Новый год – ворот. Ну, я очень сильно люблю Новый год, и мне очень нравится праздник. Он веселый. Мы первый раз на этом шествии, вот посмотрим. Для нас это будет что-то новое. Очень, да, здорово, спасибо администрации, весело, дети довольны. Продолжилась процессия на площади Ленина, где собрались сотни жителей. Вот-вот к зимним волшебникам присоединится их предводитель в сопровождении своей спутницы, внучки Снегурочки. Его появление ждут все, но особенно юные щелковцы. И, конечно, у них для дедушки есть творческие подарки – новогодние стихи и песни. Сегодня спать не лягу, буду Новый год встречать долго, буду Дедушку Мороза ночью поджидать. И вот наступает долгожданный момент. Под шумные овации жителей Щелковского района и гостей праздника на площади появляется карета Деда Мороза и Снегурочки. Карета у дедушки механизированная, ведь успеть нужно везде, особенно к юным щелковцам. На нашем представлении волшебство случится вновь. Пусть придут к вам вдохновение, счастье, радость и любовь! Ура! Здравствуйте, здравствуйте, девчонки и мальчишки! Поздравили жители и другие почетные гости. С Новым годом! Добра всем, здоровья, счастья, любви, процветания! Мы уверены в том, что Россия будет величайшей страной на всем континенте, потому что в ней есть мы, вместе, великие люди. С Новым годом! С Новым годом вас, дорогие, маленькие и взрослые жители Щелковского района! Мира вам, добра, благополучия! Пусть несчастье в следующем году обходит вас дом, и только счастье поселится около вашего домашнего очага. Кульминация праздника зажжения огней на новогодней елке. Как по волшебству зеленую красавицу усыпали тысячи огней, окутав сказочной атмосферой все вокруг. А продолжили праздник яркое световое шоу на фасадах зданий и выступления артистов, которые радовали своим творчеством всех присутствующих в течение нескольких часов. Анна Балиец, Станислав Беляев, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».